привет! Привет, в эфире «Большая перемена». Ваня, куда ты пропал? Сезон нашей программы давно стартовал, а тебя все нет и нет. Меня за активность наградили поездкой в Орленок. Класс, вот бы и мне туда попасть. А ты учись, будь активным, приноси пользу, и у тебя все получится. Ну я пытаюсь, но у меня получается как-то не очень. Думаю, наши телезрители тебе в этом помогут. Что, сделал за меня домашнее задание? Нет, научат хорошо учиться, ведь у каждого свой секрет. Наконец начались занятия в школе. За лето мы совсем отвыкли от учебы, поэтому пришла пора приспосабливаться к школьным будням. И давайте начнем с приятного. Какой предмет школьной программы любимый и почему? Мой любимый предмет в школе – это, наверное, история. Потому что все равно как бы интересно знать, что было до нас. Это физкультура. Ну, а там мы играем только в футбол. Русская литература, информатика. Что ты любишь? У нас учителя нестандартный подход был, очень интересно рассказывали, преподавали. Физкультура. Потому что я занимаюсь сам как бы легкой атлетикой. И самый главный – литература. Да. Очень строгий учитель. Очень строгий учитель, но в то же время тоже добрый такой. Со сложностями в школе сталкиваются все, даже взрослые на работе. Что уж говорить о нас, учениках. Только в отличие от взрослых, нам нужно грызть гранит науки, а не шагать по карьерной лестнице. А в чем у вас возникают сложности в школе? Мне, наверное, все-таки даются сложнее, это иностранные языки. Не знаю, почему-то как-то, не мое это. Мне все легко дается, потому что учителя хорошие. Не слушают учителей. Вот, и как бы шумят много, и поэтому не успеваешь материал весь уловить. В школе нормально учиться, я бы не сказала, что сложно. Все мы хотим учиться на отлично. Приятно самому осознавать, что в превосходстве знаешь предмет. Да и перед родителями не грех похвастаться очередной пятеркой. А что делаете вы, чтобы ваш дневник пестрел только положительными оценками? Дополнительно читать. Не пропускать уроки и делать домашние задания. На самом деле, наверное, на одни пятерки учиться можно. Просто каждый день готовиться. Но и при этом не получается учиться на одни пятерки и очень хорошо участвовать в деятельности школьной. Все время проводить за учебниками, чтобы ничем другим не заниматься, только все учить, учить и учить. Заниматься на уроках, слушать учителей. Ну и пятерки обеспечены. Ну а мне пора делать уроки. Пока-пока. Все понял. Если получится, то не только в Орленок, но и в Германию отправят. Я бы хотел побывать в Германии. Эх, жаль, что ты не поешь. Мог бы отправиться на конкурс «Жемчужина Берлина». Он как раз в столице Германии проходит. И, кстати, самое интересное, организатор этого конкурса – наш земляк Виктор Лейс. В этом году вокальные и танцевальные коллективы порадовали родной город удачными конкурсными поездками. А сегодня я расскажу вам о международном конкурсе «Жемчужина Берлина». Это один из крупнейших фестивалей вокального искусства Европы. Кстати, руководит этим ежегодным творческим проектом бывший тегельчанин, музыкант и продюсер Виктор Лейс. Конкурс «Жемчужина Берлина» ежегодно проходит в столице Германии. Конкурсную программу каждый год составляет больше полусотни номеров. Традиционно участники делятся на три возрастные группы. Помимо российских коллективов и солистов, в конкурсе принимают участие дети из Германии, США, Израиля, Кипра, стран Прибалтики и республик бывшего СССР. Как показывает практика, конкурс «Жемчужина Берлина» – это не только возможность для участников проявить и показать себя, но и подружиться с коллективами других стран, найти себе творческого союзника, познакомиться с культурой других стран и континентов и даже немного изучить чужой язык. Мы уверены, что этот яркий праздник, организованный нашим земляком, проживет еще много лет, и творческие коллективы нашего города непременно станут его победителями. Между прочим, в нашем городе есть очень много интересного, и ездить никуда не нужно. Например? Например, этим летом в конно-спортивной школе лошадей стало больше, на свет появился жеребенок. Интересно посмотреть. Аня тебя опередила, сейчас она нам все расскажет. Говорят, там какая-то история. Внимание, радостная новость. В Нижнетагильской конно-спортивной школе пополнение. 3 месяца назад на свет появился жеребенок.
Но обо всем по порядку. Для начала познакомимся с мамой. Гонка – самая высокая кобыла в нашем городе. Правда, за последнее время она сильно похудела. Вход с жеребенком занимает много сил и энергии. Гонку привезли нам 9 лет назад из Краснодарского края. Сейчас ей уже 12 лет. Ну, спортивная карьера у нее в свое время была. Не сказать, что очень уж она, мы добились больших результатов. Ну, наилучший результат – два вторых места на областных соревнованиях. Гонке уже 12 лет, и это ее первый детеныш. Папу для жеребенка нашли отборного, чистокровного, неоднократного победителя скачек. Но путь к нему был непрост. Дело в том, что Гонка безумно боится транспортировочных машин, поэтому пришлось добираться пешком. 28 километров были пройдены за 2 часа. Мы реагировали по-разному, и не всегда реакция была, конечно, для нас адекватной. Бывало, что сигналили, например, резко лошадь, конечно, могла испугаться. Вот, возникнуть могла какая-нибудь там чрезвычайная ситуация. Но, слава богу, все благополучно у нас завершилось. После непростого путешествия, вернувшись домой, все облегченно подумали, что трудности позади. Да, в общем, у нас анализы-то все показывали, что жеребость у нас ложная. Такое, к сожалению, у кобыл бывает. У нас была уже один раз такая история 2 года назад. И мы думали, что у нас гонка, эта история повторилась. То есть уже ребенка не прослушивалось ни сердцебиение, не было никаких толчков. Втайне все надеялись на чудо, и оно произошло. Однажды утром, да, конюха зашли в денник, а вместо одной лошади увидели две. Назвали малышку Виагрой. Растет она не по дням, а по часам. Сейчас у нее самое интересное время. Она открывает для себя мир. Какого она будет окраса, пока неизвестно. У нее шерстка мягкая, как бархат. Но через некоторое время она полиняет. Единственное, что можно сказать сейчас с уверенностью, по характеру Виагра вылитая мама. И это неудивительно, ведь вместе они проводят все время. Гонка очень спокойная кобыла, доверчивая, и жеребенок растет таким же. Сейчас Виагра много гуляет, чтобы развивалась опорно-двигательная система, креплялись кости. Ее уже начали приучать к недоуску. Будем следить за успехами Виагры. Может, через несколько лет мы расскажем о ее первых победах. Нам будет через несколько месяцев снова навестить их. А сейчас мы вам расскажем про улиток. Про каких еще улиток? Это ты к чему? А ты разве не слышал? Недавно в новостях рассказывали про мальчика, который их разводит. Сейчас сам все увидишь. Кто-то заводит собак, кто-то кошек, но Антон отличился. Его домашние питомцы – улитки. Да-да, вы не ослышались. Разводить их начал год назад. Сейчас у него 40 улиток. Конечно, я их раньше видел, но чтобы сразу столько – никогда. Сначала мы завели 2 улиток, а вот это вот их потомство. Получаешь новые ощущения, общаясь с улитками. Поначалу я даже не знал, как их правильно держать, но Антон мне все показал. Он спец по улиткам. Прежде чем завести их, он много читал, изучал и теперь знает про них все. Называются правильно африканские сухопутные улитки ахатины. Родом они из Африки и в США еще есть. Вот. Сейчас там от них просто избавляются, их так много. Сухопутные улитки ахатины – идеальные домашние питомцы, сами посудите. Они не кусаются, не царапаются, шерсти от них нет. В еде непривередливы, овощи, фрукты, зеленые листочки – их любимая пища. Язычок улитки покрыт множеством мелких острых зубов. Как пилка, отпиливает она от листа маленькие кусочки и глотает их. Молодые улитки много и даже жадно едят, чтобы скорее вырасти. Ахатины не глупы, у них быстро вырабатываются все виды условных рефлексов. Они запоминают хозяев, отличают своих от чужих. Наблюдать за ними одно удовольствие, несмотря на то, что ползают улитки очень медленно. Их мягкая подошва постоянно выделяет специальную смазку, чтобы при ходьбе не повредить нежное тело. Передняя часть вытягивается и крепко цепляется за опору, а потом задняя подтягивается к ней. Однажды вот какую-то там оценку получил плохую, подхожу к улиткам. Разговариваю с ними, хорошо успокаиваю. Да, собеседником улитку назвать сложно, ведь она ничего не слышит. Зато с обонянием у ахатины все в порядке. Пищу они чуют достаточно далеко, на расстоянии 2 метра. В других городах, например, в Екатеринбурге, разводить улиток в порядке вещей. На достигнутом Антон не останавливается, он поделился с нами своими планами. Завести новых улиток. Ахатины бетюкулят, это вот очень большие такие улитки. Сероватого цвета. У них панцирь очень большой, тельце такое мощное. Потом другие улитки, альбиносы. У них белое тельце, вот
панцирь такой же, а тельце белое. Конечно, сложно назвать улиток домашними питомцами. Но если вы их завели, то помните, жизнь этих существ в ваших руках. Ответственность и заботы должно быть не меньше. Живой мир притягивает. Как много можно узнать, даже ухаживая за улитками? И если у вас есть необычные питомцы, расскажите нам о своем увлечении. Будем открывать секреты этого мира вместе с Большой переменой. Вашему вниманию мы представляем ирландских пшеничных терьеров Ириска Браво, Габс и Виспа. Наша порода – ирландский мягкошерстный пшеничный терьер. Называют их еще у нас в собачьем мире плюшевый мишка цвета меда с молоком, золотым сердцем. Это действительно собака с золотым сердцем, потому что веселая, жизнерадостная. История этой породы начинается около 200 лет назад. В исторических материалах того времени встречаются упоминания о лохматых собаках шерсти цвета пшеницы. Они были достаточно многочисленны в Ирландии, содержали их в основном крестьяне для помощи по хозяйству. Собаки этой породы охраняли двор, ловили крыс и других вредителей, помогали пастухам. Их отличала необычайная жизнестойкость, смелость, способность оказать сопротивление неприятелю и упорство в достижении цели. Издавна как бы собаку выводили для того, чтобы она охотилась, и еще они были охранниками. Но сейчас, в настоящее время, собаки не используются как охранная собака, а только как собака-компаньон. В настоящее время порода получила особое распространение в скандинавских странах, Канаде и США. У пшеничных терьеров различаются два типа шерсти. У Виспы и Риски ирландский. Шерсть мягкая, шелковистая, с крупными завитками. У Габса и Браво американский тип. У них шерсть более тяжелая, жесткая. Она нуждается в большом уходе. Признаюсь, поначалу я не замечала разницы, но через некоторое время с легкостью смогла различить. Про пшеничников можно сказать, что они суперактивные, на месте сидеть не будут. Представители этой породы постоянно чем-то заняты. Эти животные очень доброжелательные, с ними поладит даже тот, кто боится собак. Пшеничники за мир во всем мире. Конечно, характер у этой четверки абсолютно разные. Больше всего мне запомнилась Браво, самостоятельная и порой упрямая. У нее отлично сохранились охотничьи инстинкты. Вот эта собака очень индивидуальная. Таких, я считаю, мало. Она с характером другой, мне кажется, породы. Более какая-то конкретная, стабильная по своим вот как бы выходкам. То есть всегда куда-то убежит, сделает там свои дела, что-то сама себе придумает и очень много охотится как бы. За ними можно наблюдать бесконечно. Они энергичны, бодры и общительны. И, конечно же, владельцев привлекает их необычный золотистый окрас, красиво переливающийся на солнышке. Да, после улиток заводить кошек или собак как-то неинтересно. Банально, что ли? Ничего не банально. Ты что, разве не смотрел фильм «Кошки против собак»? Отличный фильм. Кинопанорама как раз про него. Когда говорят, живут как кошка с собакой, мы сразу понимаем, что речь идет о непримиримой вражде. Что нужно, чтобы эти питомцы наконец подружились? Попробуем разобраться. Сегодня мы расскажем о фильме «Кошки против собак». Битва до последнего клочка шерсти начинается. Мало кто знает, но первый фильм, посвященный вражде наших четвероногих друзей, был выпущен 9 лет назад. Это далеко не первая картина, в которой животные бойко разговаривают на экране, что обеспечено современными компьютерными эффектами. Сюжет таков. Персидский кот по прозвищу Мистер Тинклс, похожий на злодея из Бондианы, задумал заговор против всего человечества, пожелав поссорить людей с их преданными друзьями – собаками. Зловредный кот объявил настоящую войну, пытаясь воспрепятствовать появлению антиаллергического препарата, который усиленно ищет профессор Бродди. Послать лучшего из наших агентов. Живо! Однако, многим не понравилась такая явная вражда между питомцами. После просмотра фильма появляется ощущение, что страшнее кошки зверя нет. Австрийский писатель Стефан Цвейг утверждал, когда между кошкой и собакой вдруг возникает дружба, это не иначе, как союз против повара. Создатели второй части фильма «Кошки против собак» готовы с ним поспорить.
Сюжет второй части фильма «Кошки против собак. Месть Китти Калор» кардинально отличается от первой, хотя сам стиль совсем не изменился, что весьма похвально. Сфинкс Китти Калор в прошлом агент шпионской организации «Мяус». Вышла из подчинения и замыслила коварный план, чтобы обрести власть над миром. Она начала борьбу не только с собачьими недругами, но и со своими бывшими кошачьими сородичами. Столкнувшись с такой угрозой, непримиримые питомцы вынуждены впервые в истории объединиться, заключив союз ради спасения мира. Следующим летом. Как дела, супер-агент? Отлично, порядок. Непорядок. Вы оцените весьма удачные пародии на Джеймса Бонда, на Терминатора и, конечно же, «Молчание ягнят». Что ты не с той ноги встал? Фильм «Кошки против собак. Месть Китти Калор» — отличная, колоритная и смешная семейная комедия. Уверяю, вы зарядитесь позитивом и хорошим настроением. Вот так. Жили и даже не догадывались, что за нашими милыми братьями меньшими скрываются умные и хитрые агенты, спасающие мир. Советую присмотреться к своим домашним питомцам. Не удивлюсь, если вы найдете у них шпионское оборудование. Пока-пока. Это большая перемена. Секрет удачного обучения в школе – обилие витаминов в организме. Поэтому сегодня мы приготовим для вас витаминизированные коктейли. Итак, начнем с томатного коктейля «Сеньор Помидор». Для его приготовления нам понадобится томатный сок, сметана и петрушка. В блендере смешаем сметану и томатный сок. Смешаем зеленью и пробуем. Вкусно! А теперь приготовим второй коктейль «Красный глоток» из свежей клубники. Нам потребуются свежие ягоды, сироп миндальный и лимонад. Измельченные ягоды смешиваем с сиропом и добавляем лед и встряхиваем в шейкере. Укладываем резаную клубнику в бокалы, наполняем смесью из шейкера, добавляем лимонад Пробуем. Вкусно! Зарядились. Для полного счастья не хватает хит-парада. Так как у нас было очень много сюжетов про животных, то и хит-парад будет соответствующим. Что, там животные петь будут? Нет же, смотри внимательно. Привет, меломаны! Поддерживая тему животных, сегодня я приготовила для вас тройку самых лучших исполнителей, которые, как и мы, неровно дышат к нашим четвероногим друзьям. Итак, погнали! На третьем месте Робби Уильямс с клипом на песню «Feel». Как признается сам Робби, страсть к лошадям жила в нем всегда, поэтому сниматься в клипе верхом на этих прекрасных животных доставило ему недюжинное удовольствие. Что ж, за преданную любовь к скакунам, держи, Робби, третье место. Мы не смогли обойти хорошо известную всем колумбийскую певицу Шакиру и поместили ее на вторую строчку нашего хит-парада. Помните ее первый клип? Он наглядно продемонстрировал, насколько Шакира близка к природе. В этом видео промелькнули и орлы, и лошадки, да и сама Шакира своими танцами изображает животных. You're
Кстати, Шакира не только волнуется за судьбу животных, она еще выступает против войны, служит послом доброй воли и помогает бедным детям. А у нас на очереди победитель хит-парада любителей животных. Итак, на первом месте группа Outkast с композицией «Мисс Джексон». Смотрим! И смотрите внимательней. В доме, где ведутся съемки, мы насчитали 3 кошки, 4 собаки, сову и черепаху. За такую любовь к нашим четвероногим и крылатым друзьям мы и даем золото этим задорным парням. Кстати, песня «Мисс Джексон» самая популярная у этого коллектива, что делает победу в нашем хит-параде вдвойне заслуженной. А мне от себя остается добавить: любите животных так же, как и звезды эстрады. Наши питомцы скрашивают серые будни. Порой посмотришь их преданные глаза и становится веселее. Ну все, я пошла кормить своего барсика. Пока-пока. Ну вот и все, наша программа подошла к концу. Удачи вам в школе, мы будем бежали готовиться к новым выпускам. Если у вас есть интересная идея, позвоните по телефону 410996. До встречи! Пока-пока!